Всем привет! Я запускаю небольшую рубрику «Я и мой ученик». Его зовут Ильдар, и сейчас я его буду обучать игре. Он уже немножко умеет играть, но еще не на продвинутом уровне, и буду показывать разные техники для того, чтобы он достиг продвинутого уровня. Поехали! Сейчас будет такое упражнение, как тик-так-ток-тук, тик-так-ток-тук. Нужно будет дышать ртом на тик-так на выдохе, ток-тук на вдохе. Тик-так-ток-тук, тик-так-ток-тук. Буква Т на небе. Т-Т, как английская. Тик-так-ток-тук, тик-так-ток-тук. Круто, круто. Супер. Отлично сыграл. Друзья, если вам интересна эта рубрика, пишите комментарии, отправляйте друзьям. И так мы поймем, что вам интересно.